Дорогие туркменистанцы, приближается Новый год. Каждый человек надеется, что будет лучше, и желает себе и своему окружению преодолеть все трудности и идти дальше. Так происходит, что граждане нашей страны сталкиваются с несчастьями, которые их преследуют. Это потеря здоровья. Некоторые вынуждены отбывать срок в тюрьмах по сфабрикованным делам. Безработица, голод, вынужденная эмиграция. Вот с чем сталкиваются граждане нашей страны. Люди, народ Туркменистана, мы должны бороться и не терпеть все эти изуверства от клана Бердымухамедова. Они незаконно захватили власть и лишили всех нас прав. Государства нет, есть только их королевство, которым они управляют. Я желаю всем нам здоровья, сил, храбрости и решимости в борьбе за свои права. Желаю нам всем победить этот клан изуверов и чтобы права народа Туркменистана восторжествовали. С Новым годом, дорогие туркменистанцы! С новым счастьем! Тазейл гултлу болсун! Тазейл мубарек болсун! Салам урматлы ватаннашлар! Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Бүгүнкү тазейл гултлуу мен 2020 жылдын эсасы вакалары менен багылыкта сизге хабар бердик. Сизге хабар жеткирдик. Билишиңиз эле 12 мартта бир тослама президент шайлоо өттү. Бу шайлоо эмне шайлоо болгонун балонуну билесиңиз сиз яңгы бир одол бир ата бабалардан калган гурун бар. Хайвандын эмнеси үйүшүп ана бир хайванын чагады эң оодонуп ахыры кимге тапшырганын билмен жону көлдөдөнө карганы уру деп O da getirip çık ölçün edil kara tomuzok, bok aylap ölün kara tomuzok yana karga çağır mı getirdi. Yine haram dağım şunu geçen yıl şu gözümüz çıksın deyip halkın gözünü parmak dürtüp etti şunu. Hem halk arakada kanunları karşı hem de Türkmenistan'ın konstitüsyonuna kapma karşı geleyen hareketleri bilen alı da öz oğlunu dikmedik koydu. İnni ola da minimin edil son kıçıkçımda yönü yerden size aitmadım adamlar. Ne seredin, şuna bir yıl geçenek edil atası yadak milleti korkuzup son esasına hükmürovanlık sürme niyetleri var deyip şunu. Ama doğru biz oları diyebiliriz. Özümüz nehili özümüz alıp bardık. Hormatlı adamlar, ay cemaat, biz ne ettik? Bizim mara bardık da şu tadı hemmemiz şu konstitüsyon hakkımızı şunu verdik de var ya, sesimiz şunu verdik. Ne için? Ha, uçiskovoy geliptir bu yankı, ondan uçiskovoy doktor geliptir, ama yine de polisler geliptir, mektepteki moğolim geliptir deyip, biz hazır şu öz sesimizi hükümet başına kimin geleceğini şeytirip verdik. İnnem ağlaşıp diyoruz. Musur'un üstüne yeniden cahimiz diyoruz, beylikli diyoruz, türmülür diyoruz, kavit diyoruz. Şeytirip ağlaşıp, engreşip diyoruz. Yani ol hesiyet, ol özün alıp barış, ol kulçuluğun alamadı. Kadim zamanına bir üyt köşük behemli adam olubdur Platon deyip. Şu yurdun içinde ne çok kul var olsa halkın düşmanın sana dendir deyip. Sebebi kulçuluğa boyun bulan adamlar olur hem mezada olur için öz behvidem yok, halkın behvidem yok. Olur ay böyle günüm geçse böyle diye ama olen bulur gün günden üstümüze çocuk var ya. Şol sebeple yetik gelen tezirle sizin hemmenize, öğlerinize, maşkalarınıza dine abadançılık ile azatlığı, sağlığı, bağıtlı durmuşu arzu edeceğim. Hemen
şıkulçuluk durmuşundan ağzıverlik bilen çıkıp öz yurdumuza öz erkimiz bilen azat yaşayalım. Onun içinim görüşmeni hiç vat yattın çıkarmalıyım. Tezeliniz kutlu olsun, düşünlü olsun. Selam hormatlı vatandaşlar, здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Я хочу начать свое предновогоднее поздравление с небольшого анализа прошедшего года. 12 марта 2022 года мы провели псевдовыборы президента. И они напоминали вот некую такую историческую притчу, которая была и есть у туркмен, когда якобы все животные, вся фауна собралась, давайте выберем самого красивого малыша от какого-либо животного. И решили послать ворону, потому что она якобы дольше всех живет. Она облетела весь мир и притащила такого же черного, как жук-скоробей, который копошится в говне, такого же черного, так вот своего вот этого птенца вороны. Вот что сделал, собственно говоря, диктатор, так желая пролонгировать систему диктатуры в Туркменистан. Он фактически заставил народ принять необразованного, не готового человека как президента. Да, мы можем его обвинять. Да, мы можем говорить, да, пришли там КГБшники, участковые, учителя обходили, там, значит, врачи, участковые обходили. Мы можем сказать, но сами мы разве боролись? Давайте сами спросим у себя. У Платона есть хорошая присказка, высказывание. Сколько рабов, столько врагов. Если рабская суть в народе существует, любой из них – это враг этой страны, враг будущего этого государства. Если эту рабскую суть не выколотить из этого человека, не убрать ее из этого социума, народ так и будет жить. Поэтому, если вы обратили внимание, в своих последних выступлениях я показал, и какая ведется внутренняя политика, что происходит с государством, и что происходит с внешней политикой, и кто ей руководит. И в этом виноваты не только те, кто решил хапнуть эту страну, но и мы сами. Поэтому нам нужно бороться. В новом 2023 году я от души желаю счастья, благополучия, здоровья, удачи нашему народу, каждой семье, каждому гражданину Туркменистана. Но также я желаю, чтобы мы избавились каленым железом от проявления рабской сути, которая есть среди нашего населения. Мы сами должны распоряжаться своим государством. Мы сами должны добиться своей свободы. И мы сами должны пользоваться всеми богатствами нашей земли. С Новым годом! С новым счастьем, дорогие туркменистанцы! Эссаламу алейкум, хурматты ве мехруани илдешер. Хурматты ватандашлар. Мен син хеммеңізі етіп келен тәзі ұнызуен түй сүрімдерін құттыя. Құтнымақ күлен сізе. Берчана сағылық, ағзи үйлік, авадалық дем арзу өтия. Тәзі ұнызуен илдешер. Дорогие многоуважаемые туркменистанцы, дорогие соотечественники, я вас всех искренне души поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, благополучия и, конечно же, большой-большой человеческой любви. С Новым годом, дорогие соотечественники! Тяньин, гутлю болсын, дышимлю болсын. Happy New Year! С Новым годом, дорогие туркменистанцы! Тяньин, гутлю болсын, дышимлю болсын. С Новым годом, дорогие! Happy New Year!